46 лет за рулем, из них 6 водителям у регионального оператора по обращению с ТКО. Рабочий день Владимира Меркулова начинается еще до восхода солнца. В 5 утра мужчина начинает проверять технику. Через час вместе с коллегами уже выходит на маршрут, чтобы не создавать пробки в городе. Его напарники в рейс – грузчик и сменщик, но на пару часов их место занимает наша съемочная группа. Само собой, работа нравится, говорит Владимир. Иначе бы столько лет здесь не проработал. Любит делать город чистым. Ну, сложности какие бывают. Вот когда старая техника поломается, вот, то подъезжаешь к точкам, где-то вот сами жители паркуют прямо у контейнерной площадки машины. Не приходится второй раз подъезжать, уже забирать мусор второй раз. Вот. То не почищены, так все это тоже. Вот такие проблемы есть такое. За технику теперь точно можно не переживать. В наш регион прибыли 4 новых мусоровоза из Рязанской области. Данные автомобили у нас пришли с Ряжского завода. Они отечественные, отвечают своим совсем современным требованиям и, конечно, технологическим процессам. Но данные машины у нас пойдут как в город Иваново, да, на обслуживание, так и в другие районы нашей Ивановской области. Это Тейково, Шуя и, конечно же, Кинешма. Дизельный автомобиль МАЗ эффектен не только внешне, но и в работе. За один рейс машина может собрать более 100 контейнеров, а это более 8,5 тонн мусора. Эти машины с боковой загрузкой, у них есть специальное выносное устройство для захвата контейнеров. И, как видите, эта красная рука довольно длинная. Именно поэтому территория вокруг контейнерных площадок должна быть чистой, не загроможденной в пределах 5 метров. И это требование закона. Ключи от новой техники передают самым опытным водителям, зарекомендовавшим себя исключительно с хорошей стороны. В их числе и наш герой. Просторная теплая кабина и легкая система управления. С такими условиями, говорит Владимир, можно работать до пенсии и дольше. Тут уже все, как компьютер, уже включаешь, все автоматически все получается. Лучше сейчас чище становится, но сейчас и ходят, и подбирают, как их называют, волонтеры или как там. Вот, намного чище становится. Также сейчас техника приходит, будем стараться. Чище и чище каждый раз. Алина Марчева, Денис Железов, телекомпания «Барс».